Вы считаете, что после такого результата возможна квалификация? Нет. Охи. Каковы основания у вас так полагать? Ведь счет со значительной разницей. Так я так и сказал о том, что у нас шансов фактически не осталось. То есть мы реально смотрим на вещь. Если при счете 4-2, там, в принципе, мы возвращались в игру и могли бы, возможно, еще забить гол, это бы оставляло нам шансы в следующем матче. То, к сожалению, мы повторно допускаем глупую ошибку, и фактически это выбивает нас из дальнейшей борьбы. Если вы помните, вчера я уже вам говорил, что вы находитесь в не очень хорошей ситуации, не в очень хорошем положении. Вы уже были исключены в минувшие года, и похоже, что то же самое происходит и в этом году. К чему, вы думаете, приведет такой результат? Не знаю. Посмотрим. У нас еще есть возможность что-то исправить в следующих матчах. Как минимум, мы будем стараться играть до последнего, а время все расставить по своим местам. Вы можете как-то прокомментировать голкипера, потому что, как нам показалось, сложилась определенная борьба у игрока номер 5 с вратарем? Эмоции случаются. Могли просто недопонять друг друга. В раздевалке все было хорошо, поэтому. Спасибо, всего доброго. Сасов Харисто.